Приватизация необходима для сокращения государственного присутствия в бизнесе. Доля государства в ВВП сегодня составляет около 50%, тогда как в среднем в развитых странах она варьируется в пределах 15-30%. Приватизация – это возможность снижения расходов госбюджета и увеличения средств на социальные проекты. Высвобожденные ресурсы АО «Самрок Казына» позволяют фонду сконцентрироваться на эффективном управлении стратегическими объектами. Приватизация сегодня – это оптимальное решение для частного бизнеса и государства, где каждая из сторон останется в выигрыше. Более подробно на официальном сайте privatization.sk.kz. Телефон в Астане 55 22 66.